относитесь к протестантским церквям. Нужно только в православные церкви ходить или можно еще в другие? Как я отношусь к инославным иноверцам? Отношусь уважительно. Многие люди, может, гораздо лучше сотни раз, чем я. Но если мы говорим о вере, то здесь нужно учитывать истину. А истина только в православии, в Восточной Церкви. Без искажения от самого начала. Как Господь донес слово апостолам и евангелистам, так они своим ученикам, те епископам и далее до нас. Православная вера ничего не добавила, и не убавила, и ничего не исказила. Поэтому, конечно, мы скорбим, что они не в православии, но искренне молим Господа, чтобы Господь их и показал им этот свет истины, и они пришли в православие. Храни Господь!